Пошел на прогулку с сыном и стал героем. Самарец Роман Вакаренко задержал грабителя, напавшего на девушку и отнявшего у нее телефон. Инцидент произошел вечером во дворе дома на Старозагоре, когда девушка возвращалась домой. Настя зашла в подъезд, после чего туда же вбежал незнакомец. Собиралась идти к лифту, а сзади толчок, хватает меня за руку, поворачивают, пытаются отнять телефон. Я, естественно, кричу, пытаюсь, может, кто-нибудь услышит, но нет. Потом он хватает меня за волосы, за голову, об стенку ударяет. Я, естественно, теряюсь. Он выхватывает телефон, убегает вот на улицу туда. Девушка с криками выбежала из подъезда вслед за грабителем. В это время во дворе вместе с 7-летним сыном гулял Роман. Мужчина много лет занимается боксом и тяжелой атлетикой, поэтому ни на секунду не усомнился в собственных силах. Он бросился вдогонку за убегавшим парнем. Я его догнал, свалил с ног. Пришлось, повалил его на землю, ну, заломал ему руку за спину, чтобы он не сопротивлялся. А попросил вызвать наряд полиции у прохожих. Хорошо, прохожие тоже остановились, вызвали наряд полиции. И чтобы он не сопротивлялся, я ему снял шнурок и завязал руку его шнурком от кроссовок. Как выяснилось, злоумышленнику 34 года, он нигде не работает, имеет судимость за кражу. Сотрудники полиции подозревают его в серии нападений на девушек. Во время обыска у него дома были найдены сумка и банковская карта другой девушки, которую ограбили накануне. Кроме того, мужчину подозревают в двух кражах вещей из магазина. Сейчас он находится под арестом, в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Мелкое хищение», «Кража», «Разбой». Что касается Романа Вакаренко, то ему начальник городской полиции Вадим Ятайкин в торжественной обстановке выразил благодарность. Виктория Шара и события.